Вам нравится все происходящее? Да, конечно, очень нравится. Я, честно, соскучился по хоккею, именно вот, чтобы по командному, по тренировкам, там, чтобы быть в коллективе с ребятами, поэтому я сегодня там и вообще получаю удовольствие. В шлеме тренировались в своем, не успели? Да, я только с самолета сразу на тренировку, как бы у меня еще медосмотр с утра, там в 7 утра я встал, поэтому вот только даже не успел ничего подготовиться в том, что было, майку переоделась сразу вперед. Первые эмоции ваши, ощущения? Да, как бы я знаю город, я знаю команду, хорошая команда с большими целями, большими задачами, поэтому я только рад был оказаться там в коллективе в этом.